Бог дает рост. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Ему должно расти, а мне умоляться. Иисус Христос – наш источник, и то, что мы принимаем от Него, является тем, что Он желает, чтобы у нас было. У нас не может быть больше, чем Он нам дарит. Однако в сердце каждого верующего есть сильное желание, чтобы Он мог быстро возрастать внутри нас, а нам быстро умаляться. Увеличение Божьей жизни внутри нас и уменьшение нашей собственной жизни происходит посредством роста. Мы не можем установить или утвердить это за одну ночь. Такой рост не происходит из внутренней неудовлетворенности, но скорее он является ожидаемое удовлетворение полнотой Божьей мысли для наших жизней. Мы переживаем радость обетований и чистоту личной святости в познании того, что Христос всегда растет, а мы всегда умоляемся. Когда наша самость умаляется, у Христа есть возможность расти. Чадо Божье по своей природе непослушно. Мы обучаемся послушанию через страдания. Мы не боимся того, что мы еще не достигли определенной цели, которой достигли другие. До тех пор, пока суть нашего отношения в том, чтобы Бог возрастал, а самость умалялась, мы знаем, что Бог совершает Его путь в нашей жизни. По вере мы можем знать, что план Бога внедряет Иисуса Христа в каждую часть нашего духа, души, костей, и что плоть истощается. Как же мы радуемся в Его присутствии в наших жизнях, и вместе с тем мы искренне и горячо вторим этому призыву к Богу. Господь Иисус, Тебе должно расти, а мне умоляться. Карл Стивенс.